13-летний Денбирел Оржев почувствовал себя плохо во время репетиции. Мальчика увезли в больницу. Юный дуэт из России находится в польском городе Гливица, где 24 ноября пройдет престижный песенный конкурс. К этому событию завершили строительство Ирина Гливец на 17 тысяч зрителей. Татьяна Меженцеева и Денбирел Оржик исполнят песню «Время для нас» – «A Time for Us». Накануне девочка и мальчик прибыли концертную площадку на репетицию. Во время третьего прогона Денбирелу стало плохо. Организаторы вызвали скорую помощь. Репетицию пришлось прервать. Подростка доставили в больницу. Во время первой репетиции номер один Денбирел Оржик почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денбирелом его бабушка и представители российской делегации, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. Представители дуэта сообщили, что юный музыкант очень ответственно относится к своей роли и думает о том, чтобы достойно представить страну. В итоге он слишком переволновался в ответственный момент. Сейчас его состояние нормализовалось. Стали известны результаты жеребьевки. Нашим ребятам предстоит выступать третьими. Откроет детское Евровидение представитель Австралии. Голосование пройдет на официальном сайте конкурса. Оржик Денбирел родом из ТВ. Отец мальчика ушел из семьи, а мать находится в тюрьме. Воспитанием юного артиста занимается бабушка. Россия уже испытывала триумф на детском Евровидении, это было в 2017 году. Тогда победа досталась 14-летней Полине Богусевич с песней «Крылья». Годом ранее нашу страну на конкурсе представляла София Фисенко.